Привет всем, с вами Максимилиана Гютс, и сегодня мы с вами посмотрим на вторую часть Frisbee Forever. Вот Frisbee Forever 2. Вчера мы с вами рассмотрели первую часть, и, как и вчера вам обещала, мы сегодня рассмотрим первую часть. Вторую часть, простите, я уже заговариваюсь. Вот, значит, как она выглядит. Как говорила в прошлом видео по Frisbee Forever первой части, тут совершенно другой дизайн. Вот, видите, тут как дизайн. Рисовка совершенно другая. И главное меню выглядит по-другому. И вот как тут выглядит мир, ну, то есть, видите, да? И первое это вот, ну, правда, надпись, наверное, не видно. Отсвечивает вот так лучше, вот. Значит, нажимаем, и, пожалуй, чтобы сильно не затягивать это видео, мы в этом видео пройдем самые первые 5 уровней. Ну, чтобы, во-первых, сильно не затягивать видео, а, во-вторых, у меня на планшете не так уж и много зарядки, поскольку там где-то 18% сейчас. Такая небольшая заставочка, но мы ее пропустим. Здесь можно будет нажимать управлением, и, либо наклоны, но лично мне удобнее нажимать, поэтому я беру так. Ну, как видите, совершенно, ну, первая талика совершенно такая же, как и в первой части. И первый уровень совершенно такой же, как и в первой части. Вот. Ну, медальки здесь немножко по-другому выглядят. И вот эти миры. Рисовка другая, естественно, ну, по-другому выглядит. Так, ну вот второй левел. Золотая медалька опять. И 3 звездочки — это одна монетка. Вот мы выполнили какое-то задание. Давайте погромче чуть-чуть сделаю. Опять золотая медалька. В принципе, здесь... ну, вообще, я как бы во вторую часть Frisbee Forever опять какую-то миссию выполню. В общем, я... что я хотела сказать? Я вот во вторую часть Frisbee Forever 2... Ну, вот, вторую... Ну, вот... Блин. В общем, я... Блин, постоянно заговариваю, постоянно уже нормально ничего сказать не могу. Я во вторую часть Frisbee Forever много раз играла. И как бы, ну вот... Ну... И вообще она как-то мне очень нравится, на самом деле. Хотя, например, у меня когда-то была эта игра на планшете. Ну вот где-то, по-моему, сейчас у нас 2017 год, 4 мая у нас сегодня. И последний раз, ну, я ее, в общем... Как в последний раз. Ну, в общем, я ее удалила где-то в 2016 году, где-то вот в конце сентября примерно, в начале октября. Вот. Так, ну, сейчас топ это какой у нас уровень. Это вроде как раз-таки 5-й у нас был, если не ошибаюсь. Ну да, в принципе, пожалуй, это тогда мы, кстати, на все 5 уровней эти пошли на золото. Ну, в общем, и тогда... Завтра выйдет вторая часть по Frisbee Forever 2. То есть мы с вами будем проходить оставшиеся 5 уровней в первом мире. И также уже в течение, также дальше, уже там, ну, допустим, сегодня у нас четверг. И, может быть, также завтра я... сниму, допустим, либо также по первой, либо по второй части еще плюс, да, ну, то есть продолжение вот этого, 5 уровней вот этих, и может быть еще также еще одну, либо еще одну часть, либо по первой части, либо по второй. И также еще хочу кое-что добавить. Я буду не только снимать летсплей, ну, не только по Frisbee Forever, а также еще, возможно, по My Little Pony, B-Wing, и забыла рассказать, что о чем еще, ну, и по Sims Freeplay. Ну, в общем, это видео получилось на буквально на 2 минуты, ну,
буквально на пару минут короче, ну, в принципе, возможно, оно гораздо дольше, оно подольше бы получилось, если бы вот, мы проходили бы оставшиеся 5 уровней. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ваша подписка мне очень важна. Всем удачи, всем пока.